Здравствуйте. Наша предыдущая передача была оборвана буквально на полуслове. Сегодня мы продолжим этот разговор про Эстер, скрытое и явное. То есть речь шла о мистике книги Эстер. Сегодня мы продолжим этот разговор, но в другом ключе, немножко дальше. Но сначала я обещал нашему преданному слушателю Антону Кукушкину, он задал вопрос. Сейчас я процитирую этот вопрос про черные дыры. Нельзя ли их считать творцом? Короче, мы говорим в утренней молитве: «Благословен Ты, Бог, всесильный наш, властелин Вселенной, формирующий свет», я перевожу буквально, «и создающий Боре», то есть так же, как и Бара, от их небытия, тьму. Так что если мы переложим эту фразу, это благодарение Богу на черные дыры, которые обнаружены наукой, что это, собственно, такая же материя, но со знаком минус. И непонятно, почему наша вся Вселенная не переходит в это состояние, которое мы назовем по праву состоянием небытия, потому что для нас это небытие действительно, то почему вообще Вселенная не исчезает там? Отвечу так. Бога нельзя ассоциировать ни с тем, ни с другим, ни со светом, ни с тьмой, ни с бытием, ни с небытием. Он выше всего этого. И он создал, точно так же создал небытие, как и создал свет, который является первым источником бытия. И поэтому те дыры, которые обнаружены, в лучшем случае мы можем сказать, что это дыры небытия. Непонятно почему, только все бытие не возвращается туда, а потому что он создал, чтобы все было. Теперь учтем, что в первой фразе книги «Бытие» Берешит написано так: «Вначале создал Элоким», это имя всесильный, то есть имя естественного порядка, «небеса и землю». А в следующем рассказе, где говорится уже в первую очередь сотворение человека и всей природы как сопутствующей человеку, там написано: в день сотворения Богом или создания Богом земли и неба. Так что же было раньше создано, небо или земля? Отвечают комментаторы, они были созданы одновременно. Но здесь в рассказе о человеке принимает участие имя Гавайи, то есть имя бытия, в то время как в первом рассказе до сих пор все постоянно употреблялось имя Элоким. А Элоким, сейчас объясню, имеет это отношение уже к нашей беседе о свитке Эстер. Элоким – это имя Бога, которое употребляется в Библии также в значении судья или судьи во множественном числе. 82-й псалом в масоретской традиции, наверное, в русской Библии это 81-й псалом, но не будем вдаваться в подробности, если кто-то будет искать, чтобы не допутаться. Там написано, я не помню, как там написано в русской Библии, «Боги судьи» или просто «Бог судья»,
Во всяком случае, перевод должен быть «Бог, судья на земле». Вот здесь «элоким», «шофтим», здесь уже прямо переводится на человеческий язык, что это не просто всесильный, это именно судья. Ну и еще в самой Торе, это в Псалмах, а это в самой Торе тоже говорится, чтобы хозяин привел хозяин вещи, которая отрицается, что она была украдена, не украдена, должен привести его к судьям. А в русских переводах привести к богам. Каким богам? Но там же в сноске, я видел в синодальном издании, написано, то есть к судьям. Это уже признается, что слово «элоким» – это судья. Теперь судья, судьи, ангелы – все это величие. И «элоким» от слова «эль» – это сила. Поэтому если мы говорим о других богах, и ваши комментируют, что других богов не существует, это надо переводить «элоким ахерим» – это боги других, других людей. Что значит «боги других»? Я, как фраза в десяти декалоге, в десяти заповедях, я бог, сначала я. Я – это тот, который нами не познаваем ни по имени, никак. Но остается сам в себе, вот он – я для нас. А я – Бог, теперь вместо Бог написано имя Гавайя, тетраграмматон, четырехбуквенное имя. Элокеха – твой Элоким, Элоким – это сила, всесильный, твоя. То есть мы сначала имеем Творца, Создателя из небытия, Авая, затем мы говорим о Боге, который является твоей силой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. То есть вполне конкретное знание, то, что евреи, израильтяне видели, как он их вывел, как он их провел по Черному морю, дал им Тору, вот здесь начинается дарование Торы, здесь употребляются оба имени, Авай и Элоким. Значит, в рассказе о сотворении бытия, в первом рассказе, первая глава бытия, там говорится только об имени Элоким. Почему? Потому что создается естественный порядок. А имя Авай вступает во втором рассказе, где говорится о сотворении человека. Вот человек – это уже промежуток между духовным и материальным. Ни одно животное не обладает этим. Вот человек был создан сначала из земли, тело, мертвое тело, и затем вдохнул в его ноздри жизнь души. То есть у человека есть тело и душа, в отличие от животных, которые сотворены прямо вместе с душой. У коровы, у животного нет такого, как вам сказать, нет такой пропасти между душой и телом. Душа может рассматриваться как функция тела. Вот примерно так. За что мы ценим корову? За ее вес, за количество молока, которое она дает, мясо. Это, ну, она живое существо. Значит, ее нельзя обижать, нельзя мучить. Но в то же время душа у нее, это в принципе то, что мы ценим, это ее тело. А у человека тело это способствует, оно сделано для того, чтобы способствовать душе общаться с материальным миром. Душа сама возвышенная, она не может просто так общаться с материальным миром. А когда человек выполняет заповедь в материальном мире, то душа здесь выполняет заповедь через тело. Вот спасибо тех, кто мне пишут шалом, потому что теперь я знаю, кто присутствует. Я говорю не просто воздух, а живым людям. Спасибо.
Дальше. Здесь мы переходим к нашей книге Эсфири. Сегодня мы назвали это «Эстер без маски». Просто сейчас принято, все носят маски. Но и в Пурим традиция еврейского народа, начиная с раннего Средневековья, как мы можем проследить, что надевают маски в этот день. И что-то в этом есть. Потому что вся история с Пуримом была как бы маскарадом. То есть это было испытание для вида. Бог не собирался уничтожить еврейский народ через Амана, но евреям надо было почувствовать вдруг, что они в опасности. А как это в опасности? То есть возникла такая ситуация, что они находили себя, они себя считали очень обеспеченными. Наша сестра находится во дворце. Следовательно, мы в безопасности. Да, но там был враг, который, собственно, и не знал, что это еврейка во дворце, в гареме. Он замыслил что-то уничтожить, ну вот как Гитлер, полностью уничтожить еврейский народ от мала до велика, до самых детей. Это не просто было одно убийство, он сделал план и предложил его Ахашвирошу. А Ахашвирош одобряет это, дает ему свой перстень, печатку. Давай, делай. Причем, согласно Талмуду, Ахашвирош, оказывается, был еще большим антисемитом, чем Аман. Что там происходит? Аман докладывает царю Ахашвирошу, что есть один народ, рассеянный и разрозненный между народами твоего государства. Законы царя они не исполняют, и не стоит их оставлять. И он предлагает царю уничтожить всех в один день, то есть использовать армию, для того, чтобы уничтожить всех в один день, а из и разграбить имущество. А из награбленного 20 тысяч талантов серебра он внесет в царскую казну. Что ему отвечает Ахашвирош, царь? Серебро отдается тебе, делай по своему усмотрению. То есть Ахашвирош даже денег не берет, делай, уничтожай. И здесь Мордехай посылает Эстер, женщину, но какую женщину? Мы сейчас разберем. И она должна остановить царя. И она проявляет свои дипломатические, я бы сказал, способности. Как настроить царя, чтобы он уничтожил Амана? И затем Мордехай занимает его место, премьер-министра всей этой империи. Посмотрим сейчас. Во-первых, напомню то, о чем я говорил в прошлый раз. Не знаю, записалось ли это, не просматривал. Надеюсь, что записалось. Что книга называется «Эстер», непонятно почему. Слово «Эстер» от того же корня, как и «мистерии». На иврите «сетер» – это сокрытое, тайное. И еще более того, если мы заглянем с каббалистической точки зрения в слово «сетер» на иврите «самых», «тав», «рейш», самых – это сов, конец. Тав – это тох, середина. Нет, простите. Самых – это сов. Тав – это тох, середина. Рейш – это рожь, голова. Получается, что мы идем от конца к началу. От конца к середине к началу. О чем это говорит? Если мы возьмем создание природы, как это описано в книге «Бытие», Элоким создавал природу, а имя Элоким
Правда, сейчас я отклонюсь немножечко, многие запутаются. Имя Элоким, согласно Каббале, составляет в гематрии слово «хатева» – «природа». Гематрия – это сумма числовых значений букв этого имени. И слово «хатева» – «природа» тоже имеет одно и то же значение – 86. Но нам говорят, что это не просто так. «Хатева» – это еще к тому, что «тавгу ба'арет шаре» – «утонули в земле ее врата». Это стих из книги Иеремии, «Плач Иеремии» о разрушении Иерусалима. То есть врата Иерусалима утонули в земле. Значит, слово «тева», «тава» значит «утонуть», в воде или в земле. Значит, слово «утонуть» имеется в виду, что вот эта природа, в природе утонуло видение Бога. Мы его не видим, потому что он свою энергию, свою силу утопил в природе. Вот отсюда возникло, что природа – это создатель, природа нас наделила, это Бог наделил, а наделил в виде природы. Хорошо, вернемся к Эстер. Значит, Эстер – это сокрытие, и книга называется «Эстер», но у нее было еврейское имя Гадаса, и оно упоминается в самой книге. Но везде она называется Эстер. Значит, мое простое объяснение, что это было ее официальное название в империи Ахашвероша. Но, собственно, не мое это мнение, это мнение, которое приводится в Талмуде, что народы Гоим ее называли Эстагар. Эстагар, Сагар – это луна. На иврите есть еще одно название луна, еще даже не одно, Яреях и Левана, но Сагар – это тоже название луны. Она была так красива, что к ней относились как к луне на небосводе, к полной луне на небосводе. Но это как не евреи ее называли. А тут возникает вопрос. В учебниках по истории говорится, что Эстер – это Иштар, богиня вавилонская. Как же так? Неужели Эстер называлась именем богини? И вот мы отвечаем, что она носила это имя во дворце. Это было ее имя, но это уже имя человека, это не имя богини. Она не была, не делала из себя богини. Значит, она к этому отношения вроде бы не имеет. Но, скажем наоборот немножечко, Эстер – это сокрытие. Вот комментатор Ибн Эзра, который жил примерно 8 веков назад, сейчас нет времени просматривать точные даты жизни, но он был младшим современником Раши. Ибн Эзре было 15 лет, когда Раши скончался, в возрасте 65 лет. И мы можем себе представить, какую эпоху он. Ибн Эзра – это один из главных комментариев. Есть 4 главных комментаторов Священного Писания. Сюда в первую очередь относятся Раши. Второе – это Ибн Эзра. Третий – это Нахманид. Или наоборот, Радак, Раби Давид Кимхи, который был учителем многих, в том числе и христиан, которых он обучал еврейской грамматике, от них пошла гебраистика, как они изучали грамматику иврита. Теперь так, вернемся. У нас 4 главных комментатора, один из них, самый главный, это Ибн Эзра. Он отличается, я бы сказал, такой, он не приводит мидрашей специально, принципиально, так как он ведет войну против их этих караимов.
раскольников, которые не признают древнего предания и древних толкований мидрашей. Хорошо, что делает Ибн Эзра? Он отвечает себе на вопрос, почему во всей книге Эстер нет упоминания Бога. Как-то совершенно непривычно, что в библейской книге, ну, может быть, еще есть такая книга «Песни Соломонова», и там тоже имя Бога явно не упоминается, хотя есть слово «шалгевет я», одно слово – это пламя Божие. Но в основном имя Бога там не упоминается. И этому есть причина. Но в книге Эстер это явно аномалия. И он отвечает на этот вопрос так, что книга Эстер изначально была написана в качестве официального документа Персидской империи. А Персидская империя, как сразу говорится в начале книги Эстер, простиралась от Индии, Году, до Куша. Куш – это известное государство в южнее Египта, которое переводится, может быть, справедливо к самой книге Эсфири как Эфиопия. Но это не Эфиопия, это Судан, территория Судана. А почему древние переводчики перевели Эфиопию, я могу сказать только потому, что в те времена эта территория называлась, может быть, Эфиопией, неважно. Но Куш – это известное государство на юге Египта, которое иногда было под египетской администрацией, иногда было под персидской, иногда это было совершенно независимое государство, которое еще и царствовало над Египтом. Некоторые фараоны были из Куша. Зерах Акуши, например, упоминается в Библии. Теперь, от Индии до Эфиопии – это огромная империя. И других империй в то время не было. И все евреи подлежали уничтожению в этой империи. То есть полный геноцид, полное уничтожение еврейского народа. И тут, значит, Эстер объясняет Ибн Эзра, книга Эстер, она была написана в качестве официальной летописи Персидской империи и затем внесена в библейский канон. Любавический Ребе задает вопрос, как же так? Ведь в Талмуде, из Талмуда мы знаем, что Эстер явилась перед Верховным Синедрионом и сказала, это уже после событий Пурима, после того, как она, народ выжил, после того, как она определила Мардохая на пост премьер-министра, она явилась перед Синедрионом и просила, запишите меня на поколение. То есть записать Эстер на поколение, значит внести ее в библейский канон, чтобы люди читали. То, что внесено в библейский канон, это предназначено для чтения и изучения на все будущие поколения, пока еврейский народ жив. Так что же значит, что это был официальный документ? Но Ребе соглашается с Ибн Эзрой, Ибн Эзра заканчивает, он любит иногда любит употреблять меткие крылатые выражения. Кавод Элоким, слава Божия, астер давар, сокрытие слова. То есть сокрытие это и есть слава Божия. Иногда славу Божию можно изображать через сокрытие. Я попробую объяснить, что он имеет в виду. Это очень-очень сокрытая фраза, и потом мы это попробуем развить. Существует извлечение или лечение Баал Шем Това, основоположника общего хасидизма. Он говорит так, что
природа – это тоже чудо, величайшее чудо – это природа сама. Но чудо – это только первый раз, когда природа, когда чудо повторяется дважды, это уже не чудо, это уже природа. Вот так задумаемся. Переход через Черное море, когда все остановилось, вода стояла стеной, как каменная стена, и евреи проходили, и египтяне за ними. В течение целой ночи вода стояла, и дно было высушено столбом огня. Все это происходило, это чудо чудес. Вода не стоит, как каменная стена. Вода обладает от природы своей. Она была так создана, сотворена, что она обладает текучестью. На месте она не стоит, если нет сосуда. И тут произошло чудо. Вода не то, что была, так сказать, стеной, она еще лежала хлопьями. Но она была прозрачной, и проходившие по ней имели такие 12 каналов, и они видели друг друга, каждое колено шло по своему каналу. Это чудо чудес. Но если мы сравним это с рождением ребенка, как он образуется в утробе матери, как сперматозоиды соединяются с яйцеклеткой, миллионы сперматозоидов ищут одну яйцеклетку в течение каждого месяца, чтобы соединиться с ней и образовать человека. И тут начинается микроскопический человечек. До недавнего времени даже не знали, что этот сперматозоид содержит генетику, огромнейшую генетику, которая предусматривает, как будет выглядеть будущий человек. В книге Тани об этом говорится, что сперма человека несет в себе всю информацию. Она должна соединиться. Часть идет от матери, часть идет от отца. Но самое интересное, что он, как он развивается, и потом выходит на свет Божий. И тут, когда израильтяне, собственно, Песах, это называется днем рождения еврейского народа, когда они вышли из материнской утробы, из Египта. Тогда произошло чудо, что евреи получили в пустыне манну небесную. С неба выпадала готовая пища. Надо было ее только употреблять. Теперь то же самое происходит с ребенком. Он выходит на свет Божий, начинает плакать, кричать. Мать спит спокойно, но у нее в груди начинает образовываться свеженькое молочко, которое предназначено для этого ребенка. Он только что родился, его надо кормить, так у него уже образуется это все. То есть это все называется естественный порядок, потому что это происходит каждую минуту с новым каким-то ребенком, который в мире рождаются дети ежеминутно, может быть даже ежесекундно, не знаю, как часто, но это естественный порядок, и никто этому не удивляется, просто восхищается, как природа все предусмотрела. Да, это природа, потому что это повторяется, говорит Баал Шем Тов. А если бы это не повторялось, это было бы чудо чудес. Итак, у нас есть понятие чудо, где мы видим явное присутствие божественное присутствие, и есть природа, в которой скрыто божественное присутствие. А если оно скрыто, то тогда это тева, в земле, в воде утонуло божественное присутствие. Вспомним, когда написана книга Эсфири, в отличие от других книг Священного Писания, это написано в Галуте, в изгнании, не во времена храма. Храм был разрушен Навуходоносором, и это события Эсфири происходят в Персидской империи, где иудеи разбросаны, разделены по всем государствам, 127 государств, которыми владеет Ахашвирош. А слово Эстер как раз и означает сокрытие. То есть это и есть
сокрытие Божественного Слова, где не видно сотворения. И вот на это намекает слово «сетер». Напоминаю, что я не знаю, происходит ли слово, греческое слово «мистерия» от этого слова, или оно как-то независимо, но какое-то совпадение, «мистерия» и «эстер». «Эстер» – сокрытие, это «самых», «сов» – конец, «тав» – середина, «рейш» – начало. То есть мы идем от конца к началу, то есть, размышляя над природой, где ничего божественного не видно, мы идем к середине и к началу и догадываемся о том, что есть Бог, что Он сотворил эту природу. Не природа сотворила Бога, а Бог сотворил природу. Выхаем. Раз так, переходим к дальнейшему рассмотрению. В книге Эстер не упоминается имя Бога, и это его слава. Сам ищи. Так, помню, когда я приехал в Израиль, это было очень давно, более полувека назад, мне дали прочитать письмо, которое предназначалось для студентов, которые спрашивают в начале письма, то есть письмо это было направлено одному хасиду, который задал этот вопрос от имени студентов университета. В те времена в Израиле, как и, собственно, в других странах в Советском Союзе, внушали веру, что наука доказала, что Бога нет. Доказала, наука доказала, это уже какое-то странное... Что наука может доказать, если она сама должна верить в аксиомы, которые она признает, и потом из этих же аксиом доказывает. Если аксиома, что Бога нет, то она к этому и придет, что его действительно нет. В этом письме Ребе пишет два доказательства. Сначала он спрашивает, что студенты, какие науки они изучают, что они примут в качестве существования. Вот это интересный вопрос. Что является существованием? Что для них является существованием Бога? И он основывается на том, что они примут аксиому, что если есть следствие, если существует следствие, то существует и причина этого следствия. И здесь он приводит пример. Допустим, вы зашли на полностью автоматизированный завод, который работает автоматически. Все производится автоматически. И не видно ни единого человека на этом заводе, который им бы управлял. Возникнет ли идея, что этот завод сам работает, сам по себе? Но если мы не видим никого, это только вызывает у нас восхищение тем, кто управляет этим заводом и остается невидимым. Но он есть, никуда не денется. Вот так и в сотворении Вселенной. Смотришь ли в облака, то есть в небо, и видишь, как точно установлены все небесные тела, как они проходят свою дорожку ежедневно, как все узаконено. Смотришь ли атом, мельчайшее сотворение, и в нем тоже движутся нейтроны, протоны, все, что на месте находится, все по законам, так называемые законы физики. Смотришь ли в устройство человека, это еще или животных, или растений, во всех областях, которыми занимается наука, видны законы, и эти законы не противоречат друг другу, они, наоборот, являются, как называется, гармонией. Вот эта гармония, что один Бог управляет всем, всей Вселенной, во всех областях наук. Значит, здесь тоже мы не видим Бога
у них Персидская империя, у них они поклоняются разным богам, и каждое божество отвечает за определенную область жизни у них. И получается, что богиня любви – это одно, а богиня сельского хозяйства – это другое, а бог грома – это третье. И, между прочим, между этими богами возникают конфликты. Например, вавилонская история потопа была результатом конфликта между богами. Они подрались между собой. В Библии рассказывается потоп совершенно иначе, что это был результат греховности человека, и Бог разочарован в человеке и решил его уничтожить, но Ной тоже должен был уйти, но ввиду его праведности Бог помиловал его, он нашел милость в очах Божьих. Ной был праведником, но то, что он был помилован, это было результатом милости, потому что все человечество, включая его семью, Ной должно было уйти, но Бог хотел, чтобы человек остался, и вот Ной вместе с семьей остался в ковчеге. Значит, у нас имеется представление, языческое представление о множестве богов, и то, что существует гармония в мире, все едины. Нету множества богов, чтобы они между собой подрались и со мной соперничали. Так, Эстер – это сокрытие. Вот это сокрытое, значит, Божье слово обнаруживается в книге Эстер как невидимый бог. Невидимый, да? Теперь тогда один вопрос. Почему же Эстер все-таки носит имя богини Иштар? Нет, это не Иштар, это обычная, это Луна, но это имя, данное ей во дворце. А имя человека – это не имя богов, даже если оно созвучное и так далее. Кстати, находим, что в Библии не упоминается нигде хананейская богиня. Как она называется? Анат. Сегодня в Израиле это популярное имя. Это имя обнаружено скорее в археологии, как богиня Ханаана. Это была очень мерзкая богиня. Она была сестрой Баала. Но в хананейских мифах она присутствует как угрожающая отцу. У них был еще старый бог у хананеев, который носил еврейское название, но, собственно, хананейский язык – это иврит. Они старого бога называли Эль, точно так же, как евреи. Но у них был Баал. Вот против этого Баала Библия ведет войну. И пророки ведут войну. Пророк Илья, служителем Баала. То есть, до каких пор вы будете скакать на двух ветвях, если Баал – бог? То служите ему, это он обращается к народу Израиля. Он устроил там показательное чудо, где Баал проигрывает. Это был пророк Илья. Значит, Баал не годится. А в Библии имя Анат, сестры Баала, нигде не упоминается, кроме как в имени человека Шамгар Бен Анат. Сегодня в Израиле Анат – это популярное имя, и, скорее всего, это родилось вместе с сионизмом, которые утверждали, что мы вообще-то происходим от хананеев, у нас право на эту землю, потому что мы хананеи и так далее. Но я думаю, что это скорее потому, что Анат – это как французское имя Анет, то есть калька с французского. Но само имя в Библии упоминается только в имени человека, Шамгар бен Анат, то есть его мать звали Анат, наверное, в честь этой богини, и все хананейские культы. Но почему не упоминается, значит, она упоминается под именем Малкат Хашамай в книге Иезекииля, женщины, которые жертвовали
Кадили, этой Малката Шамаем, царица небес. Почему она упоминается под именем Малката Шамаем, а не упоминается под своим именем? Мой ответ на это, извините, что я даю собственный ответ, потому что не нашел в литературе, нашел одно, что нельзя упоминать имена языческих богов. А какие же имена языческих богов можно упоминать? В Библии же упоминается Баал. Значит, слово Баал означает муж, и оно означает хозяин. Это вполне нарицательное слово, это не имя. Но когда оно упоминается в качестве имени Баал Цефон, например, или Баалы, которых уничтожали пророки, то это, во-первых, слово, они не могут у нас отнять это слово, чтобы мы им не пользовались, потому что они им пользуются для своих богов, так что Баал не может быть запрещен. Но еще одно говорится, я нашел, значит, в комментариях, что те боги, которые были аннулированы самими идолопоклонниками, можно упоминать. Например, мы можем упоминать имя, как его, Меркурий. Оно упоминается в Талмуде, правда, там оно Р, Меркурий, написано через Л, Маркулис. Я не думаю, что это изменение, просто такое так произносилось, наверное, Меркурис. Почему? Потому что в это время, когда писался Талмуд, этот Меркурий уже не был богом. И вообще-то у него странная была служба – бросать камень в Меркурия. Или другие боги. Но есть одно очень важное. Например, имя Эль, оно еврейское. И хотя хананеи поклонялись тоже нашему Богу, это был их старый Бог, то есть у него уже были другие заместители, министры, придворные, другие боги, то имя Эль остается за нами. Теперь остается интересный вопрос. В Талмуде упоминается монета Зуз. Я нашел, что это название Зуз, это имя Зевса, главного бога греков, и на этой монете изображался Зевс. Это языческий бог, нет? Возможно, что да, но возможно и иначе. В Египте был старый, старейший бог Птах. Возможно, что он произносился как Пта. И Иосиф написал, по-моему, сочинение, которое где он называется, в отличие от других документов, Имхотеп, он называется в данном случае Птаххотеп. И это должно быть одно и то же лицо, потому что Птаххотеп во время пятой династии был визирем фараона, и Имхотеп был тоже визирем фараона. И здесь Птаххотеп выступает в качестве градоначальника или губернатора Нома, Намарха Нома Он, то есть Гелиополя. В сочинении Птахотепа упоминается только один бог Птах, больше никаких других богов. Следовательно, самый древний бог Египта, который создал небо и землю, и всех богов, и все, значит, храмы были созданы им по их мифологии. Это, по-видимому, и есть название нашего бога, как они его понимали. А если так, то это не языческий бог, а это первоначальный бог. Всех остальных египетских богов надо оттолкнуть. А этот бог Птах, кстати, слово Птах означает начинающий, открывающий. По-египетски и по-древнееврейски тоже. Птах, Петах – это вообще вход, значит, открыть. Например, открытие Иерусалимского храма называется тоже словом Птах. Открытие.
Соломона и Иерусалимского храма. Значит, здесь и может быть возможность, что имя Бога, которое принято у египтян, у вавилонян, может быть, относится к нашему Богу, только они его понимали иначе. Здесь я приведу кое-что. Значит, имя Мордехай, мне задают вопрос иногда, как же Мордехай носил имя Мардука, главного бога Вавилона? Значит, Мордехай – это, по-видимому, принадлежащий Мардуку. И поскольку он был при дворце, был советником Ахашвероша, то он и носит название, принадлежащее Мардуку. Но если Мардук – это творец вавилонской мифологии, если Мардук – это тот, который навел потоп на землю, то это же наш Бог. Ну и что там плохого, что как называется, что Мордехай носил это имя? Теперь обратимся к русскому языку. Алтер Ребе в своем Шулхан Арухе пишет, что имя Бога, так он пишет, Бет Вав Гимл Алеф, которым русские, значит, он пишет, что в России называется высшее верховное существо, или по-польски, то есть на языке Польши, тоже Бога, или слово «год» по-немецки, «ошкеназа», оно в своем написании не имеет святости, он пишет, но неуважительное отношение, поскольку народы этим словом обозначают верховное существо нашего Бога, то неуважительное отношение к нему недопустимо. И поэтому повелось у евреев, кстати, это приняли все, и хасиды, и мишнагиды, пишут через черточку, пропускают букву О. Вот не знаю, имя Аллах, который мусульмане настаивают, что его надо произносить именно по-арабски, это совсем оказывается не по-арабски, это вообще слово Элоах. Это еврейское название Бога. А йеменские евреи его произносят, они «э» произносят как «а». Я обнаружил, что, возможно, даже древнее грузинское такое произношение тоже такое. Это «э» произносится как «а». Получается не «элоах», а «аллах». Но пропущено «о» в середине. Почему пропущено? Не знаю, может быть, потому что мы пропускаем «о» в слове «бог». Может быть, поэтому. Эти евреи же учили Мохаммеда, как надо молиться, как надо действовать. Это тогда было население серьезное. Он потом порвал с ними отношения, когда они не пошли за ним, как за мессией. Итак, возвращаемся к Мордехаю. Мордехай – это принадлежащий Мардуку, но это на их языке. А на своем языке он был членом Синедриона. И он есть название Бильшан, но Бильшан – это полиглот. Мордехай знал 70 языков. И, кстати, по этому поводу я вам должен рассказать чуть небольшой рассказик, анекдот из моей собственной, из моего собственного опыта. В 68 году, когда советские войска вошли в Прагу после Пражской весны, развал социализма, одна семья покинула Прагу, бежала в Вену. Еврейская семья. Они были далеки, то есть у них папа умер в очень раннем возрасте, они ничего об иудаизме не знали, а из Вены они связались со своими американскими родственниками, и их переслали. Их приняли в Америку, но послали ко мне, чтобы я их научил иудаизму. Два брата.
Я стал с ними, я их стал учить, и тут же значит, у них наступил день рождения, и в этот день разрешали зайти на аудиенцию к Любавичскому Рэбе. Ну, были какие-то вопросы, но старший брат, тем более младший, у них разница в дне рождения была в 2 недели какие-то. Старший брат говорил по-русски немножко, но писать не мог. Так что мы с ним вместе сели, он написал письмо по-словацки, мы вместе его читали, и я его напечатал на пишущей машинке по-русски. И с этим письмом, с этими двумя письмами он заходил на аудиенцию и подал Рэбе. Рэбе спросил, а это что? Насчет моего отпечатанного перевода. Он ответил, что это перевод на русский язык. Я его спрашиваю, на каком языке Рэбе тебе отвечал? Он говорит, я не знаю. Это не был русский язык, это не был словацкий. Но я понял каждое слово. Интересно. Члены Синедриона, говорится в Талмуде, должны знать 70 языков, потому что если придут свидетели и будут свидетельствовать, им нельзя слушать переводчика, потому что в Торе написано «из уст свидетелей». И поэтому они должны знать, ну, хотя бы в общих чертах, языки 70 народов. Я бы сказал так, скажем, русский и украинский язык можно объединить в одну группу, и русский, польский, все, но есть 70 основных языков, многие из которых даже уже исчезли. Теперь Рэбе прочитал, значит, он читал словацкое письмо и сравнивал с русским переводом, смотрел в оба, а потом отвечал на языке, который был понятен этому юноше. Затем заходил его брат. Его брат уже совсем по-русски не говорил, хотя понимал. Рэбе его спросил, а это что? Я сделал ту же самую процедуру. А это что, перевод? Он сказал, да. Хорошо. Он отложил перевод и считал только оригинал на словацком языке. И отвечал ему точно так же. Правда, спросил, на каком языке он учится. На идише или нет. Другой случай. Когда я только приехал к Рэбе, стояла очередь во время раздачи вина после Гавдалы. Рядом со мной в другой очереди стоял молодой мальчик. И он мне задал вопрос по-английски с акцентом. Does the Rebbe speak Spanish? Говорит ли Рэбе по-испански? Я не знал. Я спросил одного из старших, стоявших в очереди хасидов. Он мне сказал, да, Рэбе писал посланнику своему в Бразилии, они могут мне писать, то есть его ученики, могут мне писать письма по-испански и португальски. Прекрасно. Мальчик подошел, я стоял немножко поодаль, не слышал, что там говорилось, но шел разговор буквально несколько минут. Он задавал вопросы, Рэбе отвечал, все было как... Так что испанский тоже. В письмах обнаруживается, в опубликованных письмах, вы и дальше можете писать мне по-немецки, ибо я читаю этот язык, но мой секретариат пишет только на 3 языках – иврит, идиш и английский. Ответы вы будете получать на одном из этих языков. Вы и дальше можете писать мне по-французски, и то же самое. Однажды один французский студент зашел на прием к Рэбе и заговорил по-французски. И Рэбе ему говорит, когда-то я хорошо говорил по-французски. Студент смотрит и удивляется, какой он же прекрасно говорит по-французски, что значит, когда-то я говорил по-французски.
польский язык я бы, наверное, изучил в Польше, но дело в том, что в юности он сделал перевод с английского для одного еврейского юноши, который работал, в то время был НЭП, и была новая экономическая политика, капитализм. И нужно было что-то переводить с английского, с американских товаров, и Ребе перевел для него, иначе бы он потерял свою работу. Спрашивают у матери, мать рассказывает это, откуда он знал английский язык? Она говорит, по словарю. Он имел обыкновение читать словари от начала до конца, феноменальная память, он запоминал все подряд. Один простой еврей, как-то Немойтин его звали, он был с ним. Простой человек спрашивает у будущего ребе: «Менде, зачем тебе это нужно, читать словари?» «А пригодится, пригодится». И так далее. Другой, более интересный рассказ, который можно было бы упомянуть в самом начале. У Ребе был секретарь, который знал 12 языков. Он был сам иерусалимец, знал 12 языков. И однажды надо было направить письмо Ребе евреям Калькутты. Там была группа евреев, которые живут в Калькутте давно, и они говорят на языке хинди. Есть другая группа евреев, сефарди, которые приехали из Испании, поселились там, и они есть черные евреи, и, ну, как мы знаем из книги Эстер, в Индии тоже жили евреи во времена царя Ахашвероша. Письмо это взялся перевести этот полиглот. Его имя было Уриэль Циммер, и он был иерусалимцем. Но он ходил в Штраймеле, и вообще-то он работал в Организации Объединенных Наций переводчиком. Это была его, так сказать, работа просто. Он перевел это письмо Ребе на язык хинди, написал и внес Ребе подписать. Ребе посмотрел и сделал несколько поправок в тексте перевода, как он хотел. Эту историю я услышал от моего друга раввина Вольпа Израиля. Он выдающийся идеолог, его все слушаются, но это, между прочим, от него я это услышал после того, как он приехал обратно из Америки в Израиль, когда он посетил Ребе. Значит, у нас уже имеется целая подборка экзотических языков, но я уверен, что... Значит, мне рассказали, что однажды женщина, которая говорила только на одном венгерском языке, а венгерский язык относится к группе, которая вообще не относится никак к европейским языкам, и Ребе с ней договорился. Так что человек, который знает много языков, это, значит, Мордехай. В нашем поколении тоже такие люди были. Значит, Мордехай подслушал разговор двух сановников Ахашвероша, которые решили, как говорится, направить руку на Ахашвероша, царя. И он просил у Эстер передать это от его имени. Эстер передала Ахашвирошу от имени Мордехая. Они были схвачены, то есть было дело проверено, наверное, на собаках. Им дали съесть мясо, которое они готовили, и собаки сдохли, и они были казнены. Бектан Басерос. Они были из национальных меньшинств, а Мордехай был иудеем. Ребе рассказывал об этом, что есть люди, которые говорят, что надо изучать языки. Надо учиться в университетах, изучать языки. И приводит доказательства от Мордехая. Если бы он не знал языков меньшинств, то он не смог бы доложить Ахашвирошу, и в результате не получилось бы
результате не получилось бы чудо Пурима. Рэбе на это ответил, что наоборот, из этой истории следует, что не надо учиться в университетах и не надо изучать языки. Потому что если бы было известно всем, что Мордехай знает все языки, то они бы его сторонились и не говорили бы открыто. А именно потому, что они не знали, что иудей может знать много языков, они были спокойны, что их никто не услышит. Дальше. Значит, возможно, что имя Мардук, как его читают ученые сейчас, как и имя Птах в Египте, как и имя Зевс у греков, является разнообразием имен для разных языков. И Мордехай действительно был принадлежавший главному, первичному Богу. В комментарии Тосафот на Талмуд сказано, что это уже тоже Тосафот были тоже где-то 700-800 лет назад. Там написано, что христиан мы не считаем язычниками. Потому что даже когда они говорят о Боге и имеют в виду Троицу, они все равно имеют в виду нашего Бога в основном, Бога Отца, когда они говорят о Боге. Поэтому имя Бога остается чистым. Ну, по-французски скажем, Дьо, делать. Теперь вернемся к названию Ахашвирош. Дело в том, что такого царя в истории неизвестно. Такой царь в истории неизвестен. Есть Ксеркс, полагают, что это и есть Ксеркс. Но есть Дарий, есть Ксеркс. Есть Дарий II. В Талмуде есть Дарий II, но Дария III нет, который есть в науке. Возможно, что это даже дубли там. Теперь, что касается Ахашвироша, то он в русской Библии переведен как Артаксеркс. По-гречески, по-видимому, так было Артаксеркс. Тот, кто переводил книгу Эстер на греческий язык, это называется септуагинтой, но это не были 70 толковников. 70 толковников переводили только 5 книг Торы. Более поздние переводы пророков, писаний, это делали частные лица, которых никто не полномочил на это дело. И насколько точно они переводили, насколько хорошо они знали греческий язык, потому что Септуагинта, Пятикнижие Моисея, считается masterwork, как называется, шедевр перевода на прекрасный язык Койне. Даже разрешалось читать Тору на греческом языке. Хотя в Иерусалиме объявили пост в день окончания этого перевода. Тем не менее, объявили пост в Александрии, праздновали день окончания как выдающийся день, но в Иерусалиме объявили пост, но мы в пост 10-го Тевета, который имеет отношение к этому же посту 8-го Тевета, мы говорим: и царь греческий принудил меня перевести закон на греческий. Это в поэзии, в литургии 10-го Тевета. Что значит царь греческий принудил меня? Это был Птолемей II Филадельф, который насильно заставил 72 толковника, он их рассадил в разные комнаты, в разные камеры, чтобы они не общались между собой. И он хотел получить достоверный перевод, но он им не доверял, потому что они могли исказить его. Он хотел достоверный перевод, чтобы сравнить все переводы, чтобы они были едины. Так сообщается в Талмуде. И
вот они создали септуагинту. Там были изменения, согласно Талмуду, 8 изменений, чтобы он не подумал ничего другого, но они все были одинаковы. Вот все мудрецы как будто сговорились с Святым Духом, чтобы все было одинаково. Теперь имя Бога там, в этом переводе, говорится как Кириес, Господь по-гречески. Меня это удивляет. Но, судя по тому, как Ребе мне дал рекомендации переводить имя Бога Гавайи по-русски как Бог, а имя Элоким как Всесильный, как будто все силы, но имеется в виду, что это потенциал всех сил. Вот в ответ одной Айше Абсалимовой, я думаю, что есть какая-то сила, но мы называем его по-разному. Не сила, а сила – это уже потом. А тот, который Анохи Я, который называет себя Я, это выше всех сил, и он вообще не познаваем никоим образом. Сила – это уже то, что выходит от него. А некоторые террористы имя Аллаха используют для собственной власти над нами. Да, это верно, что они рвутся к власти, как бы устанавливая власть Мухаммеда, это здесь в комментах. Ну, в принципе, идея шахидов, как это ни странно, взята у евреев. У евреев были люди, которые шли на смерть в войне против оккупантов греков, которые принуждали нас оставить закон и поклоняться их богам. Точнее, они обесчестили храм, поставили там Зевса и, в общем, статую, потому что недопустимо, насиловали невест, которые выходили замуж по средам. В общем, они решили очистить храм и боролись против всех, как называется, эллинов, эллинизирующих, хоть и евреев тоже. И они шли на самоубийство. Вот это рассказывается, они считали это самым высшим долгом. И от этого, от них это приняли ранние христиане. Есеи шли на самоубийство в борьбе против Рима. Даже там, где не нужно было. А мусульмане это взяли, по-видимому, уже они вообще-то очень многое заимствовали у ранних христиан, евреев, иудеев. Но, наверное, это иудеи, потому что отдать жизнь во имя Бога, это считалось высшим достоинством. А то, что это не нужно для достижения мирового господства над остальными народами, которые, собственно, могут быть привлечены к истинной религии без этих кровавых взрывов, этого они не понимают. И они продолжают действовать в таком же духе, значит, взрываться для того, чтобы запугать всех остальных, даже не убить, а просто запугать. Вот это и есть шахиды. Кстати, слово шахиды, боюсь ошибиться, конечно. Айша, вы в Гугле не найдете то, что я вам говорю. Это мое. Я не писал это в Гугле, не писал это в Википедии. Это мое предположение, потому что иначе я не нахожу объяснения, потому что араба вроде бы не было такого слова, как Аллах. Это с мусульманством прибыл. У них были другие названия богов, божеств, но это нет. Теперь возвращаемся к идее, что Мордехай был все-таки верным иудаизму, и он назывался... Он тоже назывался, значит, именем еврейским. Теперь Эстер и Мордехай написали эту. А теперь Эстер является главной героиней. Теперь разберемся немножко с ней. Она вначале не хочет идти к царю.
Здесь, собственно, очень меткое поучение. Эстер написана специально в этом, как сказать, свитке, что когда Эстер шла к царю, то есть она должна была идти, ее вели, значит, всех этих своих невест царь отправлял в гарем после того, как он, после первой брачной ночи. Если какая-нибудь из девиц ему нужна была, то он ее называл по имени. А вообще-то они ему больше не нужны были. И тогда ее брали из гарема и вели к царю. Здесь Эстер тоже оказалась в гареме после первой ночи. Но он ее иногда вызывал. Когда те девицы шли к царю, они шли с музыкой, с танцами, со специальной, как называется, возбуждающей парфюмерией. То есть все шло к тому, что она была счастлива, что ее царь вызвал к себе на ночь. Когда Эстер шла, она ничего не просила у Гегая, главного этого евнуха царя. Она брала только то, что Гегай, главный евнух царя, ей давал. Больше ничего. Никакой косметики лишней не брала, не просила. Зачем это пишется в этой книге? Ну, для того, чтобы еврейские девушки научились морали, что косметика должна быть скромной. У меня как-то был разговор с одной женщиной, девушкой из ЮАР, Южноафриканской Республики. Там она была из богатой семьи и очень низко пала, и родители ее отослали в Бруклин, из ЮАР, чтобы ее здесь наставили на путь истины. Они не были религиозной семьей, но хотя бы спасти их больше, наверное, кто-нибудь возьмется за это. И она встретила в Бруклине одного парня с Украины, не буду называть город, что-то все очень давно в прошлом, и никому этого знать не надо. Там началась любовь, он был симпатичным, правда, он был немножко заикой с Украины. И у него не было права на работу, он еще не получил свои миграционные права. Они поженились очень быстро. И, конечно, он не работал, и квартиры у него не было, он ее взял жить в доме родителей. Ну, а это для такой девицы это было совсем неприемлемо, она потребовала развод. Притом она уже была беременна. И он мне пожаловался, что вот она хочет развод, что ему делать. Я говорю, знаешь, пригласи ее ко мне вместе, приходите в пятницу вечером, в субботний, шабатный стол. Она начала говорить. Я говорю, слушай, наверное, ты еще после развода захочешь с ним сойтись. А если он будет владеть Madison Square Garden, я за него, я буду думать о нем. Такой ответ. После субботы, воскресенья, я его встречаю на улице, он говорит, я развелся. Он уже дал ей гет. Ну, скоропостижно все. Но через несколько дней буквально она мне звонит и просит, чтобы я его вернул. Она хочет его обратно. Но при этом жалуется, что он ей не разрешает пользоваться косметикой. Он мне не разрешает, говорит, красить губы. Я говорю, да, это вообще-то серьезный вопрос, потому что если муж запрещает жене пользоваться косметикой, красить губы, то это повод для развода, и при этом он должен дать развод и должен ей заплатить компенсацию, называется ктуба, по договору. Но так как ты красишь губы,
я тебе скажу откровенно, вся улица поворачивается, чтобы на тебя взглянуть. Вот этого не надо делать. Значит, в косметике должна быть скромность. Хорошо. Этому нас учит Эстер в своей книге. Но на самом деле здесь содержится гораздо более глубинная информация, которую, может быть, и не поняли чиновники Ахашвероша. Эстер не шла добровольно к царю, в отличие от всех девиц гарема, для которых это был праздник. Для нее это был траур. И здесь она говорит Мордехаю, передает через посланца, который был Гатах, который был посланцем между Мордехаем и Эстер, она передавала свои речи, она говорит, что все знают, что кто является к царю без приглашения, подлежит смерти однозначно. А я уже не была вызываема к царю 30 дней, более 30 дней. Мордехай отвечает ей через посланца Гатаха: не вздумай спастись в доме царя, то есть никто не знал, что она еврейка вообще, ибо спасение иудеям наступит из другого места, а ты и дом твоего отца погибнете, пропадете, сказал Мордехай. И тогда Эстер просит, чтобы все иудеи за нее постились, за успех. И она тоже будет поститься. Давайте, если она идет к царю, то надо выглядеть хотя бы прилично. Если она трое суток будет поститься, трое суток, не есть и не пить, ни ночью, ни днем. Как же она будет выглядеть? Значит, не в этом успех, успех в духовном. Она придет, какая она есть. И будет просить за свой народ. Но она проявляет способность дипломатии. Она приходит к царю и стоит, и царь ее видит и протягивает золотой скипетр. Это знак, что он заинтересован в ней, он ее хочет видеть. Но здесь, когда она говорит с Мордехаем, то есть передает ему сообщение, она говорит: а я, как я пропала уже, я пропаду. Что это за двойное выражение «пропала, пропаду»? Объясняется в Талмуде, что «я пропала от тебя». Эстер на самом деле была женой Мордехая. Юной женой, но женой. Почему? Откуда мы это видим? Значит так, сказано этой вот могила, то есть могила – это свиток, Мегилат Эстер. Сказано, что когда умерли ее отец и мать, Мордехай ее взял в дочери. Она стала его дочерью. Подождите, когда умерла ее мать? Когда умер отец? Отец умер раньше, наверное. А мать могла умереть во время родов. Или позже. Во всяком случае, она была юной девочкой, которая нуждалась в отце. Он ее взял в дочери. Но по иудейскому закону девушка не может быть удочерена другим мужчиной и жить с ним в одной квартире, в одном доме. После 3 лет она уже достигает определенного совершеннолетия, и ей нельзя постоянно находиться с мужчиной, который ее усыновил. Что же получается? Что, говорят мудрецы Талмуда, читай не в дочери, бат, а в байт, пропущена одна буква, йод. И тогда это читается, как, если вы вставите эту букву, это было байт, в дом. А дом – это семья. Значит, он на ней женился. Формально женился.
Как же она была взята в дом Ахашвироша? Ведь он искал девушек, девиц, то есть девственниц. Мы искали по всей империи девственниц. Мы вот им привели тысячи девственниц, юных, нетронутых. Как же он ее взял? И мой ответ такой, что он мог быть формально женат, она была еще достаточно юная, а он уже был в возрасте. Но ошибка, что он же был ее не дядей, она была не его племянницей, она была его двоюродной сестрой, потому что она была дочерью Авихаила, говорится в книге Эстер, брата отца Мордехая. То есть они были двоюродными братьями и сестрой. Дочерью Авихаила, дяди Мордехая, то есть Авихаил, ее отец, был дядей Мордехая. Так написано. Следовательно, она была его двоюродной сестрой, а такой брак разрешается в Библии. То есть они были, имели хупу. Ну, вполне возможно, что они не были зарегистрированы в ЗАГСе. Если ЗАГС был у них, тогда ее забрали у мужа, законного мужа, она все еще была девственной, возможно, что она еще не вошла в дом. Нет, она вошла, могла войти в дом, но это было чисто символически. Символически законно, потому что по закону она была законной женой Мордехая. Теперь вопрос такой, какое отношение она имеет теперь к Мордехаю? Она остается его женой. А то, что происходит с этим Ахашвирошем, закон гласит, что если замужняя женщина была изнасилована, то она не виновата, и она может вернуться к мужу, если он не коэн, если он не из колена, не из потомков Аарона. Потомками Аарона они должны развестись. Но если она жена простого израильтянина, ну вот как Мордехай, который был из колена Вениамина, жена Эстер может к нему вернуться. Об этом говорится в Талмуде, что Эстер просто окунается в микве или в проточной войне и возвращается к Мордехаю. Когда учишь это буквально в Талмуде, то получается, что Эстер имела двух мужей. Она жила с Ахашвирошем и возвращалась к Мордехаю, что ли? Нет. Я думаю, что было просто. Здесь говорится в Талмуде о законе, что она имеет право возвращаться к Мордехаю, как его законная жена. Потому что явление к Ахашвирошу – это явление, которое ее вели туда. Она была как бы изнасилована. Она просто приходила туда и уходила без желания. И это подчеркивается в том, что она не просила никакой косметики, никакой парфюмерии. Она не хотела понравиться Ахашвирошу. Это не было ее виной. Вот это нам надо знать, что она оставалась верной Ахашвирошу даже во время этих оргий, которые устраивал Ахашвирош. А где-то в Мидраше говорится, что... Да, а как же она сожительствовала с Ахашвирошем? Как это было вообще? В Талмуде говорится, что она была просто землей. Карка Олам. Карка Олам – земля. Лежит и не двигается. Вот здесь возникает вопрос, а как же этот вот Ахашвирош, Артаксеркс, чувствовал такое удовольствие от этого? Ну, для этого был сам дьявол, приходил, и он изображал все эти движения, а Эстер сама оставалась неподвижной.
И тем не менее, в Талмуде сообщается, что у нее был сын, это Ахашвероша, его звали Дарий II. По-видимому, это и есть тот Дарий, которого убил Александр Македонский, когда завоевал эту империю. А между Ахашвирошем и Дарием II было еще пару царей. Но позднее восцарствовал все-таки Дарий II. В Талмуде говорится, что он был чистым со стороны матери, то есть он был евреем со стороны матери, и нечистым, то есть язычником, со стороны отца. Вот это противоречие в нем ощущалось при его правлении. Теперь, вот Эстер сообщает Мордехаю, как я потеряна для тебя, то есть, я потеряна навсегда. Теперь, когда ты меня посылаешь к Ахашвирошу, идти добровольно к нему, уже не под надзором евнуха, я теперь пропала, потому что я теперь не изнасилована, я теперь иду добровольно. Вот это в словах Эстер. Но в трактате, в книге Эстер все эти нюансы завуалированы. Она скрыта. Вместо «байт» – жена, то есть «дом» – жена, написано «бат». Потому что официально она была удочерена. Она была дочерью Мордехая, удочеренной. В иудаизме нет такого понятия удочерить или усыновить кого-нибудь. Можно вырастить это вот, как называется, сироту мужского пола или женского. Но женского, конечно, надо постоянное присутствие жены, чтобы не было уединения. И есть такое понятие, но это не сын, это сирота в семье. Это большая митцва, большое значение. Теперь, когда говорится о том, что она была девственницей, и когда говорится, что я была потеряна для тебя, но с другой стороны говорится, что она была верна ему, то есть как учителю, как отцу, она была, оставалась верна. И вот она идет по посылу Мордехая к царю. Что она просит? Она просит всего лишь царя прийти к ней на пир, сегодня же, прийти к ней на пир вместе с Аманом. И там, значит, она, я устроила пир, она уже не созвала гостей, она просто устроила пиршество за столом. Там будут и напитки, там будет закуска. И затем, когда царь уже хорошенько, когда его сердце было уже хорошо в вине, то есть он там сообщается, что он был уже достаточно пьян, он обращается к Эстер. Дорогая Эстер, в чем твоя просьба, в чем твое пожелание? До полуцарства ты получишь. До полуцарства. И Эстер говорит, моя просьба, мое желание, чтобы царь и Аман явились ко мне на пир завтра, который я устрою, и я тогда расскажу, и тогда я сообщу, расскажу, в чем мое желание. Царь сегодня велел уже привести Амана, на завтра он готовится к этому пиру и велит взять Амана с собой, привести Амана немедленно. И Аман хвастается перед своими друзьями и своей женой, что Эстер не пригласила на пир, но Аман не знает, что она иудейка, что она принадлежит уничтожению. А Эстер не пригласила никого на пир, кроме меня. Он гордится этим, дурак. И теперь царь опять спрашивает, в чем твоя просьба, Эстер, до полуцарства? Она говорит, я прошу лишь
сохранить мне и моему народу жизнь, ибо мы преданы на всеобщее уничтожение. И если бы нас продали в рабство, я бы молчала. Но так это не стоит ущерба царю. Царь в гневе. Кто этот человек? И она показывает пальцем на Амана. Вот этот злодей, враг. Царь вспыхивает и идет охладиться в садик. И тут Мамухан, один из советников семи слуг царя, говорит, он же понял, куда дела идут, говорит царю, а вот там у Амана стоит виселица 50 локтей, чтобы повесить на нее Мордехая, который спас жизнь царю, который говорил добро царю. Царь говорит, повесьте его, Амана. Да, но это после того, как он вернулся из садика. И что он видит? Аман упал на ложе Эстер и просит за свою жизнь. Теперь он понял, что уже все развернулось в другую сторону. Эстер сидит на своей королевской, так сказать, ложе, и Аман лежит на этой ложе. И тут заходит Ахашвирош, царь, и видит его. Ах, захватить королеву у меня в доме! И Мамухан тут же сообщает, что здесь есть виселица. Он, повесьте его на нее. И Аман, и простите, Аман, да, повешен на эту виселицу. С этого начинается все. То есть она использовала дипломатию, заставила целую ночь царя не спать. Думать, что она тут с Аманом задумала вдвоем. Не переворот ли готовится здесь? Уже были перевороты? Но в таинственном каббалистическом чтении и даже в Талмуде говорится, Талмуд это вообще-то не каббалистическое, это открытое учение, говорится, что надо читать свиток Эстер немножко иносказательно. Везде, где говорится «Хамелах» – царь, король, надо понимать Всевышнего. Он является властелином Вселенной. То есть речь идет не об Ахашвироше, а о Всевышнем, там, где просто говорится «Хамелах». При этом сообщается еще одна деталь, что Ахашвирош следует расшифровывать как Ахарит Верешит Шело. Тот, кому принадлежит конец, то есть окончание и начало. Кому принадлежит начало и конец? Ну, здесь наоборот, конец и начало. Мы раньше говорили, что конец – это природный порядок, а начало – это то, что выше, это то, что чудо. А здесь наоборот. Ахашвирош – конец, Ахарит – Берешит. То есть мы получаем уже Амелах – это властелин, которому принадлежит окончание, конец и начало. То есть мы вообще не говорим об истории Персии. Нет, мы говорим об истории Персии. Она действительно писалась в качестве документа для летописи этих. И почему не хотели упоминать имя Бога, пишет Ибн Эзра, потому что, когда они будут переводить на свои языки, они употребят имя своих богов вместо нашего Бога. Поэтому вообще решили не упоминать. Это объяснение Ибн Эзры. Но ведь когда
Сейчас я отвечу на вопрос Антона Кукушкина, он всегда задает глубокие вопросы, но сейчас я закончу только. Что речь идет о том, что вся история Эстер происходит в Персии, в Вавилоне, и там Галут, там не видно Бога. Это не Иудея, не Иерусалим, не храм. И чувствуется на каждом шагу святость. И вот поэтому там можно чувствовать Бога только через тьму. В ту ночь нарушился сон царя. Теперь вопрос, интересный вопрос Антона Кукушкина. Что значат слова жены Амана? Зереш, и какова ее роль в книге? Можно считать пророчеством ее слова мужу, 13 стих, и есть ли из племени иудеев Мордехай, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а верно падешь перед ним. Это книга Эстер, глава 6, 13, то же совпадение 6, 13, это 613 заповедей, между прочим. Но, значит, Зереш здесь – это не пророчество, это скорее опыт. Она знает, она сама жена этого Амана, и она знает из давнего опыта, что тот, кто начинает войну против иудеев, это непобедимый народ, и она говорит своему мужу, что ты падешь ты, верно говорится, падешь. Но там в иврите употреблено на фолт и пол. Пасть ты падешь, то есть ты падешь окончательно. Вот здесь переведено верно падешь. Падешь окончательно перед ним. То есть ты не одолеешь его. Аман еще не понимает, что значит падешь окончательно, что случилось. Он пришел просить, чтобы Ахашвейрош, царь, разрешил ему повесить Мордехая, и царь его даже не начинает слушать и спрашивает, задает ему вопрос, что должно сделать человеку, которого царь хочет чествовать. И Аман думает, кого же хочет чествовать царь? Не меня ли? Конечно, я же самый популярный. Вот здесь мы видим, что автор книги Эсфирь знает, что думает Аман. И это в Талмуде говорится, что мы видим из этого, что это писалось пророческим духом. Сама книга Эсфирь, хотя это не пророческое произведение. А Зереш здесь не пророчествует, она просто знает. Примерно такой же рассказ есть в Талмуде о Персидской империи Сасанидов. Это гораздо более поздние времена, второй век новой эры. Там был царь Шахпур, наверное, Шахпур Бахтияр, который был очень расположен к иудеям и дружил с Аморой. Амор – это поздний учитель, ну, не знаю, второй век новой эры, поздний учитель Мишны. Этот Шахпур, он называется в Талмуде Шабур, был настолько хорошо знал Талмуд. Талмуда еще не было, как написано в учении, оно учили устно. И он, в дружбе с учителем, законоучителем Самуилом, знал законы. И он пригласил к себе на пир, значит, на застолье Шмуэля и одного раба, который из гордости не хотел быть освобожденным, не хотел признавать, что он раб. То есть он должен был соблюдать законы на уровне раба. А раб соблюдает субботу и все остальные заповеди на уровне еврейской женщины. Он не обязан надевать тфилин, но он обязан соблюдать все субботы и праздники, и есть только кошерные, и должен быть обрезан. И этот
раб сидел за столом вместе с Шмуэлем. Царь Шахпур взял нож со стола, воткнул его в землю 10 раз, и после этого отрезал цедрат, такой плод цитрусовый, называется цедрат, ножом своим, уже отточенным, то есть в землю, и подал кусок этого Аморе, законоучителю Шмуэлю. Затем он отрезал другой кусок и подал этому рабу. Раб обиделся. О, простите, я перепутал. Сначала он отрезал кусок рабу, не его рабу, а гостю, но это раб был. Все, он все знал про этого раба. А затем, только после этого, он нагнулся и воткнул нож 10 раз в землю и отрезал кусок этрога. Этрог – это плод, который мы используем в Суккот, когда мы… Это пригадар, прекрасный плод, хорошо пахнущий. В Суккот мы его используем для благословения. Но это… он малосъедобный, его надо варить очень долго и делать из него повидло в Италии. Теперь этот плод он отрезал теперь для законоучителя Шмуэля и подал ему. Раб обиделся, почему мне, то есть царь не воткнул нож в землю 10 раз, когда он отрезал мне, почему только для законоучителя? Я же такой же еврей, как и он. И царь говорит ему, а ты вспомни, что было вчера вечером. Говорится в Талмуде, что в персидских отелях было принято, что гостям присылали проститутку на ночь. Ну, как и знаете, это может быть и в наших отелях сегодняшних, если просят. И Шмуэль ее не принял, послал ее подальше. А этот Баба Бенбута, как его звали, он ее принял. Ему, как рабу, не было запрещено. Потому что у рабов нет семьи. Они могут иметь определенную женщину, которая является уединенной им, но они разводятся без гетто, без развода. Поэтому случайная женщина им не запрещена. Рабам. А если он раб, то ему, она может быть не еврейкой, ему не обязательно есть пищу, которая из котелка или из посуды, которую не используют евреи. То есть она была использована гоями, язычниками. Мудрецы установили закон, что из такой посуды надо ее кашировать. Кашировать нож – это делается, если нож был использован на холодное, можно воткнуть в землю 10 раз. Это я знал с детства. Но кто это сообщает в Талмуде? Вот этот царь, который не еврей, язычник, и он просто хорошо… Ну, он, конечно, не язычник, он уже ноахид, но он учился… Спрашивается, но не евреям запрещено изучать Талмуд, как он учился. Мой ответ, он, как царь, должен был знать законы подданных ему иудеев. Например, что евреям можно, что евреям нельзя. Это он должен знать, чтобы не создавать законы, которые мешают им жить. Он, как и, например, Путин держит при себе раввина, который сообщает ему, когда надо евреев поздравить с еврейским Новым годом, или когда у евреев Пасха. Это придворный раввин называется. Так что здесь тоже было такое. И он хорошо изучил законы иудеев, и тут он говорит, значит, не говорит, он воткнул нож 10 раз. Почему он не мог воткнуть этот нож ради Баба Бен-Бута, или как его звали там, этого раба? Потому что царь не имеет права работать. В присутствии людей царь не имеет права работать. Это неуважение народа к нему.
Но из уважения к мудрецам царь имеет право работать. И для того, чтобы сделать ему, подать ему, царь сам отрезал отроги, подал мудрецу, это уважение к мудрецам. Вот и я зачем эту историю рассказал. У этого царя была мать. Ее звали Имра Гормиз. То есть Гормиз это Гормуз, и она это, значит, вот интересный момент. Раши пишет, что это и так они называют персы нашего Бога. То есть этот Бог называется у них Гормуз, он и есть Бог, сотворивший Вселенную. Но у них есть еще один Бог, это Бог-дьявол, то есть не двойное. Значит, этого они считают нашим Богом, и это я опять возвращаюсь к Мордехаю, что его звали именем Мардук, несмотря на то, что у них было много богов, так он относится к тем, то есть к Богу, сотворившему Вселенную. Ифра Гурмиз, она была близка к Гиюру, и она уже даже, пишет Раши, ходила в микву, как еврейские женщины. Была, наверное, еще молодая, после менструации, она ходила в микву. И тут случилось то, что один Амора судил одного рецидивиста, который поднимал руку и бил руками, один раз, второй раз, третий раз Амора велел ему отрубить руку. Это было судебное решение не по закону Торы, а такое исключение. Дело дошло до царя, а царь боролся за справедливость. И он хотел наказать этого законоучителя, который посмел это сделать. Вот откуда у мусульман, наверное, взялось отрубать руки за воровство. Имра Гурмиз, мать, ему говорит, не трогай иудеев. Бог прислушивается к их молитвам. Откуда она знает? Она знает из опыта. Царь говорит ей, матери, откуда это известно? Она говорит этому Аморе, раби, ты помедитируй и хорошенько помолись. Вот, она говорит сыну, попроси, чтобы он помолился о дожде посреди лета. Посреди лета там не бывает дождей в Вавилоне. В Вавилоне или где-то было там, в тех областях в Азии не бывает дождей летом, как и в Израиле, между прочим. А если бывает, то это капли, это ничего. И тот помолился. Сначала пошел дождь в каплях, а потом пошел ливень, после того, что стали спасать все, чтобы на берегу Тигра. Да, значит, это было в Месопотамии. В общем, царь хотел его посадить за то, что он использует силы. Короче, пришлось этому Аморе бежать из того города. Вот возник конфликт между законом Торы и законом государства. Так, значит, в переводе на русский царь Ахашвирош называется Артаксеркс. Я уже об этом говорил. Артаксеркс по-персидски, наверное, или даже по-гречески. Арта – это великий персидский. По-гречески орто – это прямой, я не знаю, прямолинейный, ортодокс. А Артаксеркс – это великий царь. И поэтому возможно, что это замена имени Ахашвирош,
который понимался как тот властелин, которому принадлежит конец и начало. Теперь я вернусь, я не помню, я ответил в начале на вопрос Антона Кукушкина, повторю только, что черные дыры, значит так, которых мне задал вопрос Антон Кукушкин в личном сообщении. В личном сообщении, а в опубликованном. Как понимать, не являются ли эти черные дыры тьма и свет – это свет, тьма, а не являются ли они то есть энергией Бога, который сотворил мир? Нет, Бог сам стоит выше всего этого, и у нас есть в ежедневной молитве слова «Благословен ты, Бог всесильный наш, сотворяющий», то есть сначала образующий или формирующий свет и создающий тьму. То есть о тьме говорится как о сотворении из небытия, а о свете говорится как формировании. То есть это следующий этап. Сначала брия – это сотворение из небытия. То есть подразумевается, что тьма – это не пустота просто так. Тьма – это реально существующее, но небытие, неощутимое бытие, которое мы не можем видеть, но мы можем его, оказывается, рассчитать. Вот это вот тьма, которая существует, черные дыры – это просто рассчитанные существа. И возникает вопрос, почему наша Вселенная не пропадает в этих, там достаточно места, чтобы все пропало. Вот точно так же я задаю вопрос. Бог сотворил горы, Он на второй день поднял горы и опустил воду в мировой океан. Сначала вся земля была покрыта водой, как шар, гидросфера была. А теперь Бог взял, поднял высокие горы, а воду опустил в мировой океан. Можно посчитать, что если мы возьмем все эти горы и всю сушу и сдвинем ее в океан, то все вернется на свое место, что вся земля будет превращена в воду, а земля будет под водой. Но Он же создал землю для нас. То есть это вообще не как Луна, не как другие планеты. Мы видим здесь на Земле такое специальное творение, где горы возвышаются над водой для того, чтобы человек, он же поставил человека и назвал сушу землей, то есть земля, которая была вся шар, она теперь, это, только суша называется землею. Почему? Потому что это был его замысел, чтобы на земле жил человек, а не в воде. Хотя он мог дать человека в воде, как, например, эти дельфины, говорится в Талмуде, что это за люди, морские люди? Это дельфины. Они гениальны по памяти, у них памяти нет. Они очень умные животные, но памяти у них нет. Но, кстати, в псалмах, по-моему, они на 104-м псалме, они называются Левиафаном, чтобы играть с ними. Не знаю, это они или просто такие, да, дельфины, наверное. Левиафан, чтобы играть с ними. Все, на этом мне придется закончить, потому что 2 часа у нас сегодня уже прошли. Еще что-то я, может быть, забыл. Да, поэтому говорю, что нельзя эту тьму, которая называется черная дыра, нельзя ее назвать Богом, который сотворяет все. Но Бог сотворил и то, и другое, сотворяющий из небытия. Боре – это из небытия. И формирующий свет. Потому что свет выходит из тьмы. Согласно Каббале, тут гораздо больше. Сначала все пространство было заполнено светом, Бог убрал этот свет. И получается, что есть свет еще предшествующий тьме. И образовалась тьма, он пропустил луч света. Вот этот луч света и есть «Еги ор», да будет свет. Так вот, свиток Эстер является сокрытием, как бы тьмой. Природа является как бы тьмой. А чудеса, которые Бог творит, чтобы нам показать свое присутствие, это сверхъестественное.
И мы этому удивляемся, не только удивляемся, но восхищаемся, и наша вера держится. Да, что Раби Ицхак Арама, философ и комментатор Библии, по-моему, один из учителей еретика Спинозы, который сошел на нечестивый путь, Спиноза как раз пишет о Боге, Deus sive natura, Бог и есть природа. Но не забывайте, что природа имеет множество законов, независимых друг от друга, потому что есть законы физики, есть законы астрономии, есть законы биологии, есть законы человеческого тела, законы медицины, законы психологии, тоже законы. И они все отдельные. Конечно, надо искать, что их обобщает, но это все природа, и она в гармонии, все гармонично действует. Так, значит, Спиноза понял, что есть только природа, и она есть Богом, хотя он ей не приписывал ума, только протяженность. А Раби Ицхак Арама, который написал комментарий на Тору, и он же приводится в Каббале и хасидизме, он пишет, что есть два пути познания Бога. Один путь – это через природу. Если мы задумаемся над природой, как она устроена, задумаемся над тем, как устроено человеческое тело, как устроен человеческий глаз, как устроен человеческий мозг и как устроены ноги человека, сотни мышц, которые... Один профессор пишет Рэбе в своем письме, я изучал анатомию под руководством одного профессора в Берлине, и он однажды, задумавшись над тем, как устроены ноги, мышцы ног, сотни этих мышц, и как они скоординированы, что ему стало трудно ходить. Он не мог больше ходить, потому что как эти мышцы работают? Можно же упасть куда-то в бездну. В общем, до свидания сейчас. Мы уже закончили Пурим. У нас в этом году был трехдневным. В пятницу Пурим, в воскресенье Пурим, а в субботу невозможно праздновать Пурим, но это все равно какой-то праздник в субботу. В Иерусалиме Пурим был в воскресенье, у нас был в пятницу, так что мы уже закончили трехдневный Пурим, а это довольно редко встречается такое событие. Так что с прошедшим праздником Пурим, но у нас еще есть кое-какие остатки. Андрей Кураев, это вот бывший диакон, не знаю, пишет, что русским женщинам нельзя праздновать 8 марта, а мужчинам 23 февраля. Сегодня уже 3 марта. Ну, то, что он пишет, почему нельзя праздновать? Потому что в 17 году было отречение царя Николая II, и это было по старому стилю. Значит, Пурим выпал по старому стилю 23 февраля, а по новому стилю 8 марта. И все это придумала Клара Цеткин. Клара Цеткин не придумала 8 марта, и он пишет, что Клара Цеткин была еврейкой. Она была католичкой, пела в клире, муж у нее был еврей, и никакого отношения к иудаизму у этих коммунистов не было. Так что ничего, но это случайное совпадение, он правильно понял. И если так, то по гражданскому календарю пусть русские женщины празднуют 8 марта, и пусть русские мужчины, освободители от нацизма, празднуют 23 февраля. До свидания. Спасибо за внимание.